Кто из нас не мечтает о большой и дружной семье? О семье, которая готова изо всех сил оберегать тебя, поддерживать, каждый день дарить тепло и радость. О семье, которая поможет преодолеть все трудности, и вопреки всему, вместе вы сможете достичь всех желанных целей. Этой маленькой девочке повезло. Практически с самого раннего детства все ее проблемы и недуги разделяют и помогают преодолеть близкие люди. Когда у Нурай Мамедовой обнаружили ДЦП, ее семья, конечно же, поначалу не знала, что с этим делать и как помочь своему чаду. Жизнь на какой-то момент словно окутала пелена страха, но надежда, вера в своего ребенка и нелегкий труд врачей дают хорошие результаты. Переехав в Карачаево-Черкесию из Азербайджана, семья Нурай стала использовать любую возможность для лечения малышки. Мы, Нурай, когда маленькая была, 5 месяцев, сказали, у нее проблем будет на здоровье. И мы решили приехать в Черкесский, Карачаево-Черкесский. И мы начали Ставрополь, везде, вот Питер, город везде пойти ее на лечение, что нам сказали, у вас надежда не будет, ребенок не будет ходить, с ребенка много проблем будет, вам это, много ложиться надо вам с ребенком. Но слава Богу, у нас ребенка мы все сделали, машаллах, теперь она у нас сама ходит, обычно в школу ходит. Рисование, как видите, везде она. Пианино тоже ходит. Она любит везде, хорошее, где есть, место везде, где гулять можно. Везде она, все кафешки, везде хочет походить, посмотреть. Ребенок, машалла, активнее. Конечно, страх за будущее Нурай никуда не ушел. Но со временем его полностью вытолкнул из жизни луч надежды. Кинуль вспоминает, как поначалу не находила себе места, боялась даже на минуту оставить дочь одну. Но время не стояло на месте, и вместе с ним крепла уверенность в том, что Нурай встанет на ноги, самостоятельно пойдет. Сперва думала, ой, мне тяжело будет, очень тяжело будет, вот так, знаете, думаете, с ребенком такой, с особым ребенком очень тяжело. А потом я сказала, я себе силы набрала. Я сказала, сперва, Аллах поможет. И второй, врачи. И потом я сама силы набрала себе. И мы много с ней везде, везде города ходили, везде. Где не было лечения, везде мы ходили, чтобы с ребенка везде попробовали. Массаж, эльфика. Мы бывает 8 до 12 ночи. С перерывом мы занимались, Украина ходили, везде ходил. Я с Нураем, теперь я Богу благодарна, что моя ребенок хорошо, живо-здорово. Однажды семья Мамедовых пополнилась еще одним человеком, который также внес огромный вклад в развитие Нурай. Знакомьтесь, это няня девочки Янина. Яна пришла в эту семью, когда Нурай было всего 5 лет, а ее братику 1 годик. С тех пор все трое просто не разлей вода. Они рядом друг с другом практически круглые сутки. Яна помогла воспитать Нурай и Мухаммада. По сей день принимает участие в реабилитации малышки. И, конечно же, развлекает, поддерживает и оберегает детей. В общем, искала я работу. И мама мне предложила поработать, ее мама, няней. Я не знала, кому иду. Пришла первый день и смотрю, Нурайка. И как-то у нас прям с первого дня мы так друг друга полюбили, привыкли. И с первого дня неразлучны. А сколько Нурай было лет тогда? Ой, это было 6 лет назад. Лет 5 ей было. Совсем маленькая, малюсенькая, да? Крошечная такая была. Как вы друг к другу привыкали раскрыть? Что вы для этого делали? Как это все было? Мы гуляли, играли, смеялись как-то. Прямо с первого дня у нас настолько все идеально получилось, что я даже, само так получилось. Привыкли, полюбили друг друга с первого дня. Прошло уже столько лет, и вы с Нурай просто не разлей вода. Раскрыть, пожалуйста, что вы любите делать вместе? То есть я смотрю, у вас и рисунки, и прогулки. Да, мы и сами любим погулять, и поиграть,
Плюс нам еще мама помогает, то туда отправляет, то туда, то чтобы скучно не было. То есть мы везде абсолютно. Мы с Нурой очень любим рисовать, гулять. Ну, то есть жизнь насыщенная. Кстати, у Яны есть и своя дочь, и ее очень часто в шутку называют многодетной мамой. Яна признается, что для нее работа няней уже давным-давно не работа, а смысл жизни. Дети многому ее учат. Каждый день своей теплотой и улыбкой мотивируют идти дальше, помогать Нурай и делать все возможное ради ее выздоровления. Она с радостью разделяет все увлечения деток. Вместе они много гуляют, рисуют, занимаются музыкой. Даже ролики в социальные сети снимают. И это, считает Яна, заслуга Нурай и Мухаммада. Расскажите про ваши социальные сети. Как вы вообще вот решили их вести? И что вы там, соответственно, снимаете? Это вот все они. Ага. Я не умела этого. Научили. Угу. Да. А сейчас много лайков набираешь? У нас сейчас 200 тысяч. Да, они уже популярны. Это я только новичок. Они меня учат вот это. Вот только мы вот она меня учимся. К себе призвала. Ну, чтобы у меня много подписчиков было. Вначале это был мой аккаунт, мы с ней вместе снимали. А потом, говори. Я была, ну, я танцевала, танцевала, пела. Ну, в общем, мы вошли во вкус. Теперь они меня учат этому всему. Теперь мы вместе это. Ну, вообще, она сама тиктокеры учит. Там к лайку, к тиктоку, к инстаграм, к этому все. Ну, я только в ютубе сижу. Он был маленький совсем, ему тогда сколько, годика два было, он еще совсем малюсенький был. И вот на глазах вырос вот такой мужчина. Фотографии есть, где он совсем крошечный, там с бутылочки, тетя его кормила. Сколько между ними разница получается в возрасте? Ему 7, ей 11. Угу. Понятно, 4. Понятно. А, ну вот расскажите по секрету, часто ссорятся? Ой, это у них за милое дело. Ну и мирятся они тоже очень быстро. Они не могут друг без друга. Ну вот скажите честно, работа сложная или это уже не работа? Это уже это уже часть меня просто. Это уже настолько привыкла, настолько даже не сказать, что трудно. Жизнь обычная. А еще Нурай любит принимать участие в процессе готовки. Когда мама направляется на кухню, девочка тут же спешит за ней и зачастую во многом помогает маме. Словом, семья не дает девочке скучать. Или же Нурай не дает скучать своим близким. Так или иначе, их жизнь с каждым днем становится ярче и интереснее. Не только потому, что малышка стремится заниматься всем и сразу, а еще и потому, что каждая реабилитация – каждая процедура дает ей новый прогресс в развитии опорно-двигательного аппарата и организма в целом. Я просто как группа поддержки. У нее везде с ней, сама всему научилась. Все врачи, все массажи, ЛФК, все показывают, объясняют, и сама научилась. Я обратила внимание, что вот когда мама пытается помочь ей, например, вы, например, говорите, давай сама, давай сама. Почему важно давать ребенку вот именно самостоятельность? И мама у нас тоже так, мы хотим, чтобы она все сама. Ну, то всему есть... сама научилась. Ну, она уже наверняка очень много умеет. Вот про готовку расскажите нам, вот она очень любит готовить, говорит. Мамина помощница, да. Если мама что-то готовит, Нурай всегда тут как тут. Помогает, во всем помогает, да. А муха помогает? Да. Я в уболке помогаю. Шкодить. Понятно. У меня каждый год что-то новое бывает с ребенком. Вот. Я думала, она вообще не будет на ногах ходить. Я думала, вообще она не будет стоять. Вот такое у меня переживание было. Думала, она не будет стоять. Она... будет кресло, вот этот есть колеска, на них будет сидеть. Потом я сказала, нет, это никогда не будет у нас. Ну, слава Богу, да, благодаря Аллаху, Аллах мне очень сила дала. Сперва надо Аллаха просить, ну, просить, чтобы, знаешь, Аллах помогает, сила дает, очень сила дает. Ну, бывает иногда, ну, проживаешь, ну, все хорошо.
Безусловно, каждое из своих увлечений наша героиня безумно любит. Но самым любимым своим занятием Нурай по праву считает рисование. Ему малышка уделяет наибольшее количество свободного времени. Чаще всего образы для своих картин девочка придумывает сама. И собрала уже целую коллекцию своих работ. А самые любимые рисунки висят в импровизированной галерее в комнате Нурай. Это человек. А это лес. Это человек. Это ёлка. Это море. Это... Ну, это... Это лето. Ну, это радуга. Это кала. А ты сама придумываешь, да, рисунки? Да. Никогда это лето посмотрю. Хорошо, а с братиком обычно рисуете вместе или отдельно рисуете? Отдельно. Понятно. А на других вот что нарисовано, расскажи. Вот здесь нарисован этот закат. Ну, это она рисовала. Она говорила, вот так вот поешь, я сказала, ну, здесь вот так вот поешь, да, это как-то так вот будет. Я закат ей повесил. Хорошо, а на других что нарисовано? А вот это он человечка нарисовала. А это у него прическа. Прическа. А почему он желтый, Нурай? Просто захотелось? Да. Ага, понятно. Хорошо, это у него глазки, да, вот эти черные? Да, а вот руки, а вот... Ой, вот ноги, вот руки. А вот трава и солнце, трава. И цветочек один. Это получается, человек лежит на солнышке? Да, он так загорает. Загорает. Загорал. Хорошо. Да, а вот это красное, это что? Вот это? Нет, рядом. А вот это вот? Угу. А это сердечко и солнечко. Так вот, ну я не понимаю, почему это все она лозунг сделала или белым? Ну, красиво же получилось. Очень. А тебе какая картина больше всего нравится? Мне две нравятся. Это и это. Ага. А тебе, Нурай, какие нравятся? Мне эти нравятся. Угу. Ну, вот это тоже такая неплохая. Для Нурай рисование – это способ показать, каким она видит этот мир. Каждая нарисованная ею картина – своего рода маленький кусочек истории, от которого сразу же просыпаются те или иные чувства, эмоции, непроизвольно вспоминаются приятные события из жизни. Часто в ее рисунках можно увидеть солнце, и сразу на душе становится так тепло, словно Нурай сама, как маленькое солнышко, согревает и радует всех окружающих. Нурай, ну расскажи мне, вот у тебя столько красивых картинок, расскажи, пожалуйста, что на них нарисовано? Мне это свинка нарисовали. Это ёлка, это игрушки, это пёски. Долго рисовала? С свинкой. Красиво очень. А вот здесь что? Здесь это... Носок. А, это куда подарки, да, кладут? Да. Ну, или конфеты. Или конфеты. Ну, конфеты же тоже могут быть подарки. Да, да. Так, а здесь что у нас? Мы тоже это снянка нарисовали. Это небо, это дерево, это цветочка, это солнце, цветочка. Это тоже небо. А няня тебе обычно вот прям помогает, или ты сама рисуешь, а она потом как-то поправляет? Я сама рисую, она побежает. Ты не падай. Красиво. Хорошо. А здесь что? А это мы с Янкой рисовали. Это вот... Вижу, ну... Это так красиво получается. Это... Это холмы, да? Да, холмы. Ага. Это дерево. Это посуд. А, может, воздушный шар, да, ты имеешь в виду? Ух ты! Прям какая красочная картинка получилась. А это я сама нарисовала. Дерево и небо, да, наверное? Да. А это что на дереве? Это шарики. Шарики. Такие вот перья.
Ух ты, какая красота! Это сова, да, наверное? Да. Тоже ты рисовала? Мы это с Нянькой рисовали. Ага. Я смотрю, вы с Нянькой прям очень любите рисовать, да? Сова, солнце, и ночь, небо, ой, солнце. Если ночь, значит, это не солнце, это, наверное, луна, да? Луна, да. Ага. Хорошо. Ух ты, ты еще и аппликации делаешь, да? Да. Это цветочки у нас. Да. Угу. Вот такие вот. Красивые, да. Показываю вот так вот. Хорошо. А вот здесь? Это собачка. Собачка? Да. Рыжая собачка? Да. Ага. Красивая тоже. Тоже с Нянькой делала? Ну, мне помогает Нянька, я сама приделала. Угу. Все, отлично. Это на 8-м этот. Малта. Малта. Это в подарок кому-то или просто так рисовала? Просто так рисовала. Угу. Красиво тоже. Это красиво. Вот с вазой цветочек. Угу. Какие яркие цветочки. Ну-ка. А ты чем больше любишь рисовать? Красками или карандашами? Мне тот нравится и тот. Ну, главное, что рисовать, да? Да. Кажется, будто малышка и ее братик никогда не сидят на месте. Им всегда нужно чем-то заниматься, придумывать развлечения. И нередко активную Нурай награждают грамотами за ее упорство, непоколебимый дух и желание всегда заниматься чем-то новым. И каждая награда для малышки – своеобразная победа. Победа не в самом состязании или мероприятии, а в первую очередь победа над мнением некоторых людей. Ведь они уверены, что особенные малыши ничем не увлекаются, ничего не умеют, их даже приспособить к жизни проблематично. Но Нурай своим примером доказывает, что недуги – не повод отчаиваться или ограничивать себя в веселье, хобби или учебе. За активное участие в Олимпиаде особенных и неповторимых. Ух ты! Расскажи, что там было вообще. Там было, чтобы я спну, этот, гимнастика, спорт, это... Ты у нас еще и спортивная девчонка, да, оказывается? Хорошо. Ух ты, а это новогодняя грамота за добрые дела, хорошее поведение, личные успехи. Это кто тебе наградил такую грамоту? Не помню. Не помнишь? Ну, хорошо. Может, директор? А вот это у нас ученицы 2-го класса. А это мне ученица, это Спековна. За творческий вклад в жизнь школьного онлайн-лагеря «Дива». Ух ты! Значит, ты ходила в онлайн-лагерь, да? Участницей была. Угу. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, что ты еще любишь делать? Вот я смотрю, ты очень активная, ты у нас рисуешь. А что еще любишь делать? Играется. Бисер. Бисер еще собираешь? Играться люблю. Играться любишь, да? Да. Ага. А еще я люблю готовить. Готовить любишь? Ничего себе! Ты такая маленькая, уже готовишь? Ну, я тоже могу. И ты тоже можешь. А что вы обычно готовите? Расскажите. Мама пески пьет. А еще Нурай ходит в школу. И там она также практически все время проводит со своей любимой няней. По совместительству Яна является еще и тьютором для нашей героини. Яна стала тем специалистом, который сопровождает всю учебную деятельность девочки и помогает ей развиваться в школьной среде. Нурай сидит за партой рядом с Яной, а Яна, в свою очередь, всячески помогает малышке. Первое время Янина даже помогала Нурай писать. Сейчас же малышке удается делать все необходимое практически без помощи няни. И за одной партой сидим с ней, и помогаю, и объясняю. Раньше как-то руку я помогала держать, теперь говорю сама, сама, показываю, пишу, она все сама. И в школе тоже вместе ходим. Угу. Где за руку, где она сама ходит. Угу. Как вообще относятся учителя, преподаватели, дети, самое главное? Как к обычной девочке, абсолютно дружелюбные, абсолютно все друг друга понимают. Ей самой хочется ходить в школу, общаться, чтобы развиваться. Мне тоже хочется. Да, ты первоклассник. То есть вы, получается, еще по совместительству и тьютор? Да.
А расскажите, пожалуйста, сложно ли вообще вот быть 24/7 с ребенком? Нет. Вообще никаких сложностей? Нет, ну, как дети свои. У меня дочка абсолютно обычные обязанности. Ну, еще я, дочка приходит, за мной следит. Да, дочка помогает. Да. Да. Угу. То есть такая вот большая дружная семья, можно сказать. Да, многодетная мама я. Вы как человек, скажем так, не совсем со стороны, но тем не менее, вот какой совет можете дать людям, которые только столкнулись вот с таким, что ребенок болен? Вот как взять себя в руки, как не упасть духом, как поставить ребенка на ноги, самое главное? Не унывать просто, относиться ко всему спокойно, угу. Принимать и все. Недавно у девочки появилось еще одно увлечение. Она активно учится играть на фортепиано. Конечно, из-за пандемии занятия на время пришлось отложить, но Нурай постепенно практикуется сама, чтобы не забыть азы. Мама малышки считает, что главный секрет успешного лечения особенных деток – это поощрение и мотивация. Она не боится баловать Нурай, потому что знает, что позитивные эмоции смотивируют ребенка усерднее заниматься. Кинуль даже машину научилась водить, потому что Нурай очень этого хотела. За нее я научился машину водить. Я вообще жизни боялся с машиной водить. Я думал, не страшно. Она сказала, ну надо делать. Она говорит, хочу себе комнату, для нее комната делаем. Вот что она хочет, мы это делаем. Знаешь, это сила дает, это ребенка сила дает. Если сегодня она хочет в кафе пойти, да, я по-любому ее должен отнести, потому что она ее сила дает. Сегодня она, я ей это делаю, она потом мне второй какое-то задание хорошо делает. Я вот за это, вот, что новая игрушка не вышла, я должен ее купить. Она это хочет, я должен ее купить. Потому что я же с ней занимаюсь, гимнастика, ходьбе. Вот потом она хорошо занятия мне дает. На Новый год она меня просила, сказка будет, Кремль, там, на Новый год, 2 января, да? И 2 января отнесли ее в Москве, Кремль, там сказка есть. Mm-hmm. Я за эту сказку пошла смотреть за него. Вот после нее проходишь, какое-то вот задание, гимнастика делать, она хороший результат дает. Ребенка надо такие детям, надо силы дать. История Нурай Мамедовой в очередной раз доказывает, что поддержка и любовь могут сотворить чудо. Причем все это может дать ребенку не только семья, но и, казалось бы, совершенно посторонний человек. Нурай объединила вокруг себя столько сильных людей. И это, безусловно, помогает ей с каждым днем становиться лучше, совершенствовать ходьбу, учиться, рисовать. Словом, впереди Нурай ждет еще много испытаний, и мы уверены, что пока рядом будут такие прекрасные люди, у нее обязательно все получится.